Управление ФСБ в Крыму возбудило уголовное дело по факту подрыва опор линии электропередач, по которым электроэнергия поступала на полуостров. Дело заведено по части 2 статьи 181 УК РФ «Диверсия». Об этом заявила так называемый прокурор Крыма Наталья Поклонская. Уголовное дело, по ее словам, возбуждено во вторник, 24 ноября. Подозреваемых у следствия пока что нет, передает Центр журналистских расследований. Органы следствия установят и подозреваемых, предъявят обвинения и объявят в розыск. Будут проводить до судебного. Судебное расследование. Мы видим то, что показывают нам СМИ, как некоторые представители, в том числе и граждане, которые выехали с территории Крыма, препятствовали проведению ремонтных работ на взорванных линиях электропередач. Это известные лица, что здесь скрывать. А причастны ли они, будет определять уже следователи предварительного следствия, сказала Поклонская, добавив, что ход расследования берет на личный контроль.